Добрый день, дорогие друзья. Как я и говорил вчера, пришло 3 посылки. То есть будем опять скрывать, будем смотреть, что у нас пришло. Давайте начнем с этой. Здесь. О. Здесь пришел еще один браслет. Браслет, правда, немножко другой уже, побольше, чем те. В сравнении с тем браслетом, которые были в то видео. А пошире маленько, паракорд другой. То есть здесь паракорд, а здесь я вообще не уверен, что это паракорд. Это, скорее всего, веревка обычная. То есть на паракорд это не похоже. Вот здесь паракорд. Что по размерам. Размером. Великоват он не маленько, но не страшно. А то здесь есть еще огниво. Да, огниво работает. Искры высекаются нормально. Есть еще свисток даже. Свисток, огниво. Прикольная штука. Все жду, когда придут застежки новые, чтобы переделать. Вот здесь посылочка есть интересная. Вот такая вот пришла. Значит, оценили ее в целых $10. Интересно, что там? Там жена что-то заказывала дорогое. Сейчас посмотрю, что это. Так, ее бы еще как распаковать надо. Ее так хорошо запаковали. Теперь еще надо поискать, как ее распаковать. То есть сейчас опять своим острым ножом как бы не порезаться. Смотрим, что там прислали. О, коробочка. О, колечко. Интересно. Тут уже поинтереснее. Смотрим, разворачиваем. Смотрим, что тут у нас. Оп. Оп. Да. Жена заказала 3 пары сережек. 3 пары сережек. Давайте я вам все открою, все покажу. Все сережки открою, покажу. Да. Одна пара вот такая вот. Вторая пара вот такая. И одна пара вот такая. Ну, довольно-таки хорошие, я бы сказал. А это они положили, я так понял, подарок, потому что заказ там был 3-3 сережек. Это уже они отправили подарок. Молодцы, спасибо. Довольно-таки классно. Довольно-таки классно. Оп. Хорошее колечко. Да, прикольно. Жена, я думаю, будет рада. Ссылки все оставлю в описании. Смотрите описание, ставьте комментарии, ставьте отзывы. Подписывайтесь на мой канал. Естественно, подписывайтесь на мой канал. Будем еще посылки открывать. Идем дальше. Так, как-то тут как бы поаккуратнее ее открыть. Давайте так вот. Произведем вскрытие. Здесь, по-моему, татуировки. Да, у меня молодежь заказывала татуировки. Сейчас посмотрим, что же нам тут наприсылали. Молодежь заказывала много татуировок. Все, конверт пуст. Да, да, да. Татуировочки, татуировочки. Я, наверное, на все татуировки не буду ставить отзывы, ставить ссылки. Я скину именно ссылку на магазин, потому что в магазине там огромный выбор татуировок этих. Оставлю в комментариях, смотрите в комментариях. Оставлю ссылки на магазин.
Я, правда, не знаю, куда они их клеить собрались. Ну ладно, они заказали, они пускай разбираются. Все, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ставьте отзывы. Самое главное, ставьте отзывы, потому что нужны ваши отзывы, что улучшить в канале, что добавить, что изменить. Да, кстати, по часам. Вот сутки они ходят, так что, ну, более-менее часы. Правда, браслетик маленький. Эти часы были в прошлом видео, ссылку на видео тоже оставлю. Все, всем спасибо, всем до свидания.